Добрый день, это Лифтисмен Зима. Небольшой мешок, подробности об этом лоте вы сможете узнать, нажав на название. Я начинаю. Это танковка база, размер S. Элька, хлопок, гольф М. 42 размер, ну, то есть 32, другими словами. XL, джемпер. М, толстовка, и она с начесом. Сабрина, мужская кофта с пуговицами, размер М. Кстати, каждая вещь была в индивидуальной упаковке. Вот так вот, индивидуальную упаковку я сняла, чтобы вам показать лучше. Гольф, XL. Так, мне кажется, что я перепутала. Это S-ка, да, S, XL другое. Два ремня, один 90 и другой тоже 90. Кожзам. Жилетка М. Хлопковые штаны на резинке внутри, XL, они с таким легким начесом. Фланелевая рубашка с длинным рукавом S, рубашка с длинным рукавом S, 2XL рубашка с длинным рукавом. А рубашка с длинным рукавом, стойка. Так, размер XL. Фланель. Размер S с длинным рукавом. На стойке. Элька. Здесь обыкновенный отложной воротник. Элька. Длинный рукав. Боксеры, 3 штуки, размер М, аксессуар, хлопок и текстильный ремень. Классические брюки Сорвина. По размеру сейчас посмотрим. 52-й. Аксессуар. Размер М, размер L, 30 размер, слаксы, скини модель, Сабрина брюки, тоже классика, и по размеру они 46-е, S-ка. Как нога выглядит? Джемпер L. Это одна часть лота. Так, ко второй переходим. Хлопок М, небольшой начес и точно так же резинка М. L. На синтепоне М, но она демисезон. XL. Это толстовка. Она с петлей и с начесом. Жакет трикотажный, пиджак. Размер S. Пальто. Размер L. Есть синтепон, но немного. Футболка M. М. Здесь идет петля, размер S. S. Гольфа целый размерный ряд получился. Куртка. Это спортивная куртка XL. У нее только до середины получается застежка, капюшон не отстегивается. Это для активного отдыха, но тут уже без вариантов, можно и зимой одевать.
если кто-то бегает, то в теплый никак. Размер 36, это трикотаж на замке. Они похожи на джинсы, но по факту это толстовочная ткань. 36 размер. Рубашка фланель темного цвета, размер L, естественно, она с длинным рукавом. Танковка L. 32 размер, джинсы на замке. XL, джемпер. S. S. Тонкая кофточка. И тренч, мужской тренч. Это Сабрина. А вот по размеру непонятно, но по ощущениям хочу сказать, что это где-то Элька. Подробную информацию об этом ноте вы сможете прочитать, нажав на название. Спасибо!